Я хочу, чтобы мы сказали, что мы должны попытаться сделать все, чтобы остановить эту войну, а не постоянно продлевать ее с помощью оружия. Я придерживаюсь мнения, что мы должны также поговорить с Америкой, потому что американцы всегда пытаются сделать все, чтобы продлить эту войну, и они просто делают свой бизнес. Так как у Америки есть проблемы с Китаем, они не хотят, чтобы Китай становился больше и сильнее. И, конечно, Россия не должна становиться сильнее. Именно поэтому это было не в интересах Америки, чтобы мы успешно вели бизнес с Россией в течение 20 лет. Потому что тогда Россия была бы экономической державой. И Германия, конечно, тоже. Но теперь вся эта история ослабляет Европу, потому что это не только Германия, вся Европа в результате ослаблена экономически. Америка сейчас сильно отличается от того, что говорил раньше Обама, что они великая держава, а Россия только региональная.